утро на Енисее. Вот и на календаре декабрь. Пятница, а значит, время рубрики «Одно по одному». Один фильм, один сериал и один музыкальный альбом. Что у нас сегодня будет? Посмотрим. Классическая коллекция мультфильмов от Диснея насчитывает огромное количество шедевров. Но когда встал вопрос, какой мультфильм выбрать, то, по мнению нашей редакции, «Король Лев» — один из признанных ее лидеров. Его создатели вдохновлялись библейской историей о Моисее и Иосифе, а также Гамлетом Шекспира. Авторы получили 3 золотых глобуса и потрясающие кассовые сборы. Мы же обрели душевный и запоминающийся мультфильм. В эти выходные будет необычный праздник. День ниндзя! Хусу! Где Леонардо? Ну, из черепашек ниндзя. Отвлекающий маневр! Жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Думаю, каждый мальчик в 2000-х мог напеть эту песенку и перечислить всех героев по именам. Если что, эти четверо — дети комикс-индустрии. Первый журнал о черепахах авторы создавали около 8 лет и выпустили его на деньги друзей и родных. В киосках он появился в мае 1984 года. Первоначальная версия черепашек очень не похожа на то, что вы видите на экранах. Из жесткой пародии на фильмы про ниндзя они превратились в полноценный пласт поп-культуры. Если захотите что-то послушать на этих выходных, то советую свеженький, горяченький, как пирожок, альбом «Басты» 40. Василий Баста-Вакуленко в этом ноябре выпустил первый за 4 года альбом. По логике, долгожданная пластинка должна стать 6-й, но в честь 40-летия Василий решил присвоить другой порядковый номер. Альбом — как попытка поговорить с собой 18-летним, подвести итог карьерных успехов и падений, и при всей взрослости он продолжает говорить доступным для молодых языком. И именно этот артист смог сделать рэп более понятным и приятным для тех, кто его не переносит. Вот и завершилось «Одно по одному». Но ваши выходные только начинаются. Проведите их с пользой. Желаю вам доброго утра. С вами был Михаил Иванов и Денис Шабанов. До встречи. Утро на Енисее.